Итак, всем привет! Залачили, высушили лак новой линейки Solid цифровые 700, 800 и 900. Вот они как раз по порядку, эти три панельки. И как бы расскажем немножечко об этих лаках. Сутки, да, уже они почти? Да, плюс вчера мы открасили, ночь она отстоялась уже все, чтобы конкретно подусело, как говорится, все. И увидеть уже более лучший результат. 700-й лак, начинаем. О, покажи баночку. Вот так выглядит. Кстати, у всех лаков простая пропорция смешивания, 2 к 1. Можно по весам 100 на 50, то есть плотности такие равные единицы. Нанесение очень комфортное. Ну вот, Саш, сними чуть поближе. Здесь два полных, прям вливал два слоя нормально. Лак стабильный, есть, да, себя не очень потек хорошо вообще, даже не потек нигде. Ну и видно, что слой такой хороший. Даже не сдвинуло его вообще, то есть четко выглядит, блеск не потерян. Легкая. Чуть-чуть прям, ну я не знаю, да, может быть на верхней полочке. Ну такая стандартная, я бы сказал, ну, и как и все лаки, да. Хорошо очень просох, довольно-таки крепкий. Да, кстати, высох он очень быстро. Мы его нагрели в камеру, минут за 10 уже высох. Да. И сейчас он просто в камень уже. Что ты пишешь на баночке? Вот. А сушка. Сушка. Монтажка при 20 градусах 8 часов. 60 градусов 30 минут. ИК 60 градусов 30 минут. Ну, кстати, сохнет он очень. Он быстрее сохнет, чем даже здесь. Ну, это, наверное, хорошо, да? Да. Приятный бонус будет такой. Да, сохнет хорошо, очень крепкий. Реально очень крепкий. Проходим к следующей панельке. Это уже 800-й лак. Баночка. Тоже пропорция смешивания 2 к 1. Тоже стабильность очень хорошая на поверхности. Вливать сильно не обязательно. Здесь, да, два таких прям. Первый легкий и второй, ну, такой нормальный. Не в заливку, а, ну, обычный слой. Да, если сравнивать его с 700-м, он будет погуще, поэтому его именно вот и вливать не обязательно. То есть усов от капелек, точнее от пылинок, видите, нету. И в то же время шагрень как бы очень такая достойная. Да, усадка минимальная, кстати, у него такая прям. Да, такая же вот аналогичная, прям вот микро-микро-микро вот эта вот проседочка, просадочка. Ну, блеск шикарный. Да, блеск хороший. Вообще, то есть... Ну, я думаю, все видят по отражениям, в принципе, какой здесь блеск. Да, это мы не друг друга снимаем, это наше отражение. Так, ну и проходим к третьему лаку, 900-му УХС, который системы. Ну, здесь почему-то решили нанести в два слоя, но здесь видно, что слишком сильно лак растекся, то есть тут явный перелив. И сейчас померить, наверняка там будет под 80-90 микрон. Сильно очень растягивается, так что рекомендации будут такие. Первый слой легкий, прям полевой, и уже минуты через 2-3, да, наносим полный хороший слой. Тогда будет держать, потому что видите, здесь даже прям вообще вот просто растекся. Есть. Да. Он такой текучий. Если в два слоя, да, будет привыкать. За счет тяжести он может так это. Да, вот возле, кстати, там, где не заклеили. Короче, стандартное нанесение к нему не но подходит. Надо... Красиво выглядит, усадки, да, нету. То есть, ну, вообще. Я думаю, в полтора слоя катать его будет то, что надо. Так что вот так. Еще хотим рассказать такую вещь о добавке защиты от ультрафиолета. В 700-м мы видим, он прям прозрачный. То есть, но все есть равно много. Есть, да, но не так много. То есть в 800-м уже побольше видим, желтизна чуть больше. И, соответственно, в УХС еще больше. Так что имейте в виду. Ну вот, а отсюда, если снимать, то практически не видно. Конечно, только в толстом слое, да. Да, это будет в толстом слое. Конечно же, это на тех микронах, которые нанесены на деталь, это не повлияет на цвет, но на защиту от ультрафиолета будет лучше.